Постоянно донатит Леонид, спасибо большое за донат. Треугольника, по которому трескают палочкой. Вот если ты покупаешь треугольник, треугольник надо брать обязательно самый дорогой за минимум 3,5 миллиона рублей, вот где-то, то есть в плане там долларов, не знаю, где-то это сколько сейчас, ну, 35 долларов, короче. Бери руку от пенисы, пожалуйста. Блять, это же самое. Сука, что за хуйня? Блять, да Нейтпэй заебал просто, пиздец. Просто заебал. Он мне выводит, типа, старые донаты сверху, которые мы уже отсмотрели, и не показывает самый последний. И, по-моему, Киви также лагает. Так, слушаем. Конечно, Donation Alerts во многом бесит, но вот, по крайней мере, он реже всех лагает. Но у него лагает самое отвратительное, самая важная вещь. То есть... Я готов смириться с тем, что лагнул донат все-таки. Я готов смириться с тем, что у меня хуево высвечивается порядок там и некоторые штуки неудобно. Но я, сука, не готов смириться с тем, что я, блядь, деньги свои не получаю. Это же самое ужасное. У них лагает все, кроме денег. Фу, то есть наоборот, у них нормально работает все, кроме вывода денег. Вот они еще налерцы. Так вот. Буду слушать эту песню так. Пи 125 за 90к поиграть раз в неделю. Две бусины чернеющие. Бывает. Подставка для микрофона не подошла к микрофону. Да, конечно. Вот у меня... Например, вот есть стойка, на нее насадка. Я специально себе взял вот эту вот хуйню широкую, чтобы в нее влезал диктофон. Купи за 200-300 рублей другую насадку. Тирам, спасибо. Это такой же трек. Какая-то непонятная бездула и праздник. Торчит из паука слишком узкий. Блин. Ну, значит, тебе нужна платформа с дыркой маленькой. Касси ЛК 125, давай сейчас гляну. Ну, я не знаю, я не играл, но я по внешнему виду смогу оценить, наверное. Это детская игрушка. Хуже, чем тот, который у меня был. Прикольная детская игрушка. О, светятся клавиши красненькие. И, возможно, там есть классный звук органа. И если он еще и как миди-клавиатура подключается, то вообще чудесно. Я ебал стул этот, блять, в рот! Хоть у него и нет рта, тогда, блять, того, кто его сделал. Спасибо большое. Вандазм, спасибо. Ола, амиго, с меня направление стрим. Бля, но это уже позже будем смотреть, уже после Фреда. Ола, амиго, сменим направление стрима HTTPS. Если там, конечно, не без очередной. Спасибо большое за донат. Вандазм. О, нихера себе. Ой, зато хоть немного побольше узнаем, что за Коля Росов такой, про которого Хован что-то рассказывал.
этого человека отметить, просто никнейм его скопировать надо и все в чате. Если я просто возьму твой никнейм, напишу его в чате, или кто угодно это сделает, то он у тебя выделится красным, а у меня и у всех остальных он никак не будет выглядеть. Гармония, кстати, при этом здесь. Как, короче, как наизнанку. Стример похудел, мат донатит. Да стример просто как сволочь курить начал в последнее время. Пиздец, я бухой, у меня дочка умерла, ребят, плохо. Ебать, ты чё вообще? Блять. Прикликитесь, если правда.